Конструкторское бюро карельской конторы «Коммунжилпроект». Сейчас в рабочее время главный архитектор проектного отдела Виктор Моисеев и техник-архитектор Эрик Ойла проектируют современные дома из вполне солидных материалов – железобетона, стекла, алюминия, пластиков. Ну а после работы наступает черед вот этому. Обычный спичечный коробок, и еще планки, фанера. Карелия богата шедеврами деревянного зодчества. Когда-то наши предки обыкновенным топором срубили уникальные сооружения. Интерес к прошлому родины, желание сохранить ее рукотворную красоту, воспроизвести в миниатюре – вот увлечение этих петрозаводских архитекторов. Годы уходят на такой кропотливый труд. Так возникает снова краса ненаглядная.